Ксюня, почему ты такая красивая? А у меня сегодня выпускной. Здорово. А что там будет? А пойдем, я тебе расскажу. Пойдем. Пройтись по красной ковровой дорожке, принять участие в фотопробах можно не только на кинофестивалях, но и на выпускном в Заречном. Сейчас мы находимся на конкурсе «Выпускник и выпускница 2019», который традиционно проходит на площади перед театром юного зрителя. С каждым годом конкурс набирает обороты. В этом году в нем приняли участие 45 девушек и 24 юноши. Каждый из них сфотографировался для участия в голосовании, а девушки на дефиле сверкали своими нарядами перед объективами камер на красных ковровых дорожках. Победители были выбраны в ходе голосования, открытого на портале «Город Z». Ими стали Валерия Курносова и Артем Лазарев. После конкурса все 240 выпускников, их друзья и родители замерли в ожидании. И вот, наконец, на главную площадь Заречного была приглашена колонна 11-классников. С окончанием обучения в школе и началом взрослой жизни выпускников поздравил глава города Олег Климанов. Я от всей души поздравляю вас с этим светлым, с этим радостным, с этим знаменательным событием в вашей жизни, с окончанием школы. Завтра у вас наступит другая жизнь. Завтра вы сделаете первый большой шаг во взрослую жизнь. Выпускной – время чествования тех, кто приложил максимальные усилия для достижения лучшего результата. Медалистами в этом году стали 21 11-классник, а знаком «Гордость Заречного» были награждены 12 человек. Ребят и их родителей лично поздравил глава Заречного Олег Климанов. Выпускница лицея номер 230. Благодарственное письмо главы города Заречного вручается родителям Ирине Геннадьевне и Артуру Александровичу. Она много лет занимается в студии журналистики «Автор». Вот настал долгожданный и трогательный момент праздника прощания со школой – вальс выпускников. Праздник продолжился в школах, где выпускникам вручили аттестаты и дипломы, а родителям – благодарственные письма. Награждение не было скучным, ведь ребята подготовили красочные концерты для того, чтобы порадовать своих родных и близких. Выпускники подарили друг другу и гостям праздника только хорошее настроение и яркие эмоции. Конечно, было немного грустно, но ребята с легкостью заменяли печаль прощания со школой на веселые и интересные номера. Утром просыпается, а школьной формы нет. И было тоже нет. Сегодня выпускной. С праздником выпускников поздравляли все – родители, педагогические коллективы школ, а также представители администрации Заречного. Я уверена, что все вы достигнете того, о чем мечтаете. Пусть все получится.
Пусть исполняются самые заветные желания, самые дерзкие мечты. Будьте счастливы, успешны и прославляйте наш любимый родной Заречный. Наши выпускники были успешными в проектной, предпринимательской, волонтерской деятельностях. Они были людьми неравнодушными, принимали активное участие в благотворительных акциях, помогали людям и животным. После награждения в школах выпускники отправились в зону отдыха «Солнечная», где им представили сюрприз от родителей – красочный салют. После разноцветного небесного представления бывших школьников пригласили в Центр культуры и досуга, где праздник выпускного традиционно продолжается интересной программой и дискотекой. Выпускной очень нравится, все очень круто, атмосфера очень хорошая, кайфовая, танцуем, отдыхаем. Мне выпускной очень понравился, на самом деле, все организовано было в полной мере, я считаю, огромная благодарность родителям, всем организаторам, учителям, все было супер. Ребята танцевали, принимали участие в веселых конкурсах и наслаждались каждым моментом, проведенным вместе. Я очень рада, что сегодня я нахожусь в кругу моих близких, друзей, одноклассников и учителей. Госкорпорации «Росатом» есть свой особый знак. И только в Заречном у 11-классников есть возможность оказаться прямо внутри него. Еще одним подарком для выпускников стало необычное представление от гостей праздника – шоу-дуэта по барабану. Дискотека незаметно подошла к концу уже на рассвете 22 июня. Ровно в 4 часа утра выпускники собрались у монумента «Никто не забыт, ничто не забыто» в зоне отдыха «Солнечная» для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто в это же время 78 лет назад встретил войну и боролся до последнего ради мирного неба и нашей счастливой и спокойной жизни. В знак благодарности за великую победу бывшие школьники выпустили в небо белые воздушные шарики. Этим и завершился праздник выпускного в Заречном. На память ребята поблагодарили своих учителей. Спасибо нашим учителям, которые помогали нам все эти 11 лет, тянули нас как-то, подтягивали по предметам. Но не всегда что-то было хорошо, когда-то было супер, они нас хвалили, ругали, но мы прошли этот жизненный путь, спасибо им. За 11 лет школа стала по-настоящему родным местом, учителя стали близкими людьми нам. Я думаю, что для каждого ученика 222-я школа – это то место, куда по-настоящему хочется приходить, возвращаться. В школе хотелось бы, наверное, пожелать умных учеников, адекватному поведению. Больше пятерок, меньше двоек, как обычно, и меньше плохого поведения. Вот. По всем будем скучать, всех будем любить, навещать. Детство закончилось, но не стоит расстраиваться, ведь впереди новые высоты, которые еще обязательно покорятся. Мы желаем выпускникам достигать поставленных целей на своем жизненном пути, быть счастливыми и наслаждаться каждым моментом, особенно пока в глазах искрится юность. Ксения Митюрникова, Светлана Краснова, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница».